Друзья, всем привет! Вы на канале Monkey Happy Life. И убедительная просьба, не повторяйте за нами. К нам пришел ежик. Ежик пришел. А мы думаем, что у нас тут происходит? Котята обнаружили ежика. Котята обнаружили ежика. Обезьянки сидели, ругались. Вот он к нам кто пришел. Так, я пойду за перчаткой схожу. А так я его не буду брать, он колючий. Вы ругаетесь на ёжика, да? А ёжик никого не боится, он такой маленький. На котёнка чуть не наступил. Топ и потопал. Котёнку как любопытно. Преследует ёжика. Обезьянки наши ругаются, говорят, что это такое. Ты туда не ходи, там у нас собака живет. Пшик, пшик на меня. Маленький досатенький ёжик пришел в гости. Хвостика есть? Вторую перчатку не нашла. Не видно хвостика. О, какой зато носик. Какой красивый ежик. Маленький. Такой хороший. Эти. Опа, убежит. Маленькие лапки. Грязненькие. Кто такой грязненький? Тихо. О, хвостик. А вот и хвостик у ёжика. Ой-ой-ой, какой зверь страшный. Да, такой страшный колючий зверь. В гости к нам пришел ёжик, да. Ёжик пришел. Ёжик пришел, да. Данька, ты такое видела когда-нибудь? Ну, ужас-то какой. Она не поймет вообще, что это такое при свете фонаря. Любопытно-то как. А трогать боятся. Угу. Мась, нет, руками не надо. Только сказала. Он колючий, Масенька. Дань, тоже не надо. Вот что значит пихочется и колется. Кулачок сжимает. Мася, лучше я яблоки доем. Ну что, сегодня девчонкам все равно не понять, что это за зверь такой. Мы его на сегодня немножечко приостановим в его пути следования. Поставим ему водички, дадим ему мяско, чтобы он на нас не обижался. А завтра утром мы его отпустим. Приготовили нашему ежику импровизированный домик. Чтобы до завтра он нас дождался. Это уже время. Пора девчонкам спать идти. Да и не видно сейчас ничего. Ёжику уже водичку поставили. И поставим ёжику вот так вот. Поставим. Оп. Смотри. Смотри. Мясо. Мясо. Ты сытый? Ёжики хищники. И они кушают мяско, как он облизнулся. Ты такое не ел никогда? Ну подожди, нас, подожди, не убегай. Ой.
все прожила. Смотри как. Носиком. Оп, 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 оп. Капельки слезал. Да? Угу. Сейчас мне еще кажется, возьму. Я ежику много наложила. Еще, смотри, берет. Мне кажется, сегодня ежик объестся и ляжет спать. И никуда больше не захочет даже идти. Масяня бунтует. Мы отвлеклись на ежика. Она уже хочет домой. Трепет, трепет, выбрал трепет. Себе еще мясо. Ну кто ж от курочки-то откажется? Не будем его смущать. Все, спокойной ночи. Или как там? Приятно почавкать. Говорит, на, покушай. Да? Все, больше тебе поделиться нечем с ежиком, мать. Какой? Любопытный ежик. Он туда к ним пролезет. Мне кажется, ежик хочет к ним в вольер. Говорит, хочу гулять с вами. Ежик, это будет опрометчиво с твоей стороны. Да, они тебя затискают, несмотря на колючки. Станет лысый ежик. У него такие прикольные ножки. Да что ж такое? Он определенно хочет в вольер. Ты посмотри, как он туда пытается протиснуться. Его совершенно не смущают обезьяны. Абсолютно. Сейчас кто-то застрянет, ежик. Ты что? Тебе лыча нужна? Ну, я что ты шипишь? Залез и шипит. Теперь это мой домик. Видишь, ты там не помещаешься. Своими колючками. Лезет и шипит. Говорит, я вам всем дам. Говорит, мой будет домик. Сейчас завоюю. Фыр-фыр. Друзья, когда живешь за городом, в гости могут приходить вот такие вот замечательные зверушки. Но, пожалуйста, не нужно повторять за нами, их ловить, тем более оставлять их у себя дома в качестве домашних питомцев, потому что такие животные могут быть как минимум переносчиками различных инфекций. И самое страшное, это может быть бешенство. Вот, Масянь, да, у нас ёжик. Надеемся, что, конечно, ничем не болеет. Мы не позволяем контактировать нашим обезьянкам все-таки с ежиком. Но мы им ежика показываем, потому что ежики могут пробегать все-таки в вечернее время мимо обезьянок, а обезьянки могут попытаться поймать такую интересную зверушку, потому что они таких зверушек видят очень редко. Вот, и чтобы у них не было соблазна, мы решили их познакомить. Ты куда так убегаешь? А кого пузика? Кого пузика? Какая белая грудка у ежика? Вот такая у ежика белая. Ой, грудка. Колючка. Ты такая колючка. Можно я тебе пузика почешу? Дай. Ой! Ой, я ежику пузика почесала. Я ежику пузика почесала.
Ребята, не стоит, конечно же, ёжиков при встрече обижать. Ёжики очень полезные животные. Хоть они и ночные животные, но они уничтожают очень много вредителей. Это различные насекомые, это могут быть даже мышки-полевки, иногда это могут быть даже и змеи. Да, ёжики, конечно же, всеядные животные. Вот, они могут кушать и различные фрукты, ягоды. Но, как у нас сложилось мнение из мультиков, что ёжики накалывают себе на иголочки яблоки и грибочки и тащат к себе их там в гнезда, запасаясь на зиму и кушают. Нет, такого же, конечно, не бывает. Вот, и грибы с яблоками – это не их рацион основной. Вот, ну, что, мы нашего топотушку, такого фурчушку нашим девчонкам показали. Вот, сейчас мы его отпускать не будем, потому что днем ежик не сможет скрыться от посторонних глаз. Его опять обязательно кто-нибудь поймает. Мы его отпустим вечером, когда уже спустится ночь, когда уже стемнеет. Вот. А на сегодня у нас все. Надеемся, вам понравился наш вчерашний, сегодняшний гость. Если вам нравится наше видео, ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Всем пока-пока! Ну что, ёжик, давай прощаться. Удачи тебе. Расти большим и здоровым. И помогай нам в огороде, да. Лови всяких букашек. Все, пока-пока. Теперь еще его не прогонишь. Пим. Стесняется. Ёжик скрылся в малине.